Ребят, всем большой привет! Вы на канале Сестренки Шоу! Это маленькая Злата, а это ее старшая сестренка Мирося, и я их мама Виктория. Да, и сегодня мы будем играть в такую... Сбитые сливки! Да, игру, которую мы назовем «Сбитые сливки». Сейчас мы будем все с ног до головы измазаны сбитыми сливками. А ты говоришь, а все это я не буду. А, вообще-то Злата у нас играть не будет, она будет у нас циферки выбирать. А мы с Миросей измажемся сбитыми сливками с ног до головы, что нам придется всю нашу одежду потом куда? В стирку отдавать, да? Ага! Тебе не жалко? Как золушка. Да, тебе не жалко свою футболку? Нет, потому что мы снимаем сестренки шоу для моих зрителей. Да, а для зрителей. Люблю, так чтобы я очень красиво выглядела, поэтому мне эту футболку не жалко. Да, Мироська такая, все ради зрителей. Начинаем? Да! Начинаем? Ты у нас главная, ты у нас выбираешь цифру. И прежде чем мы начнем нашу сладкую игру, да, мы хотим устроить конкурс, хотим разыграть вот этот вот замечательный приз. Тут находится кто? Котики! Да, Злат, тут находятся котики, смотри, блестящий котик, как ты любишь. И чтобы выиграть этих котиков, нужно подписаться на канал Сестренки Шоу и написать комментарий, понравилось ли вам это видео. В общем, Мирося и Злата сами выберут победителя, и мы отправим победителя вот этот вот приз. Процесс выбора победителя вы сможете увидеть в инстаграме Сестренок Шоу. Ссылочка в инстаграм Мирося и Злата Сестренки Шоу в описании этого видео. Ну что, начинаем? Злата, да. Готова? Мирося, ты готова? Да. Я тоже готова. Все, зрители, вы готовы? А сама в конце будет мой любимый. Я буду с моего лица сбитые сливки. У нас тут целых две упаковки сбитых сливок. Так что игра... Да, игра предстоит очень активная. Вот у нас такая вот специальная тут игра. Пошли! Ну давай, Мирас, ты первый начинаешь. Злат, давай, выбирай цифру. Цифра... Два. Два. Один. Выбрала, Мирос. Это сладенькая. Вкусная? Сейчас главное с глазок убрать. Мам, смотри, что я делаю. Вот Мироска хитрец. А теперь я. Так, начинаю. Два. Тоже два. Повезло. Это побыстрее. Давай. Цифра 3. Давай. Раз. Два. А, уже три раза сделала? Да! Все. Ну хорошо. Повезло тебе. Повезло. Мам, это моя. Так. Злата, что у нас тут цифру какую выбирает? Цифра, как думаешь, какая будет? 5. Ну все, Мироська, с пятого раза уж точно сейчас сливки измажут мне лицо. Раз, два. А-а-а! В своей жизни! Мироська! Ой, мама, у тебя в лицо! Под носом? Да! Ты можешь мне протереть? Выход. Злат, давай. Ну и что у нас там? 5! Ну все, Мироська, чувствуешь сливки? Раз, два, три, 4, 5! Да ты что? Да ты что? Мама, тебя и ну давайте. Злат, давай. Так, 3 или 2? 3 было? Раз, два. Ну как вы думаете, попадет мне по лицу? Нет! А ты думаешь, Мирос, да? Нет! А ты, Злат, думаешь, что? Нет! Ну ладно, а вы что, зрители, думаете, попадет мне сейчас по лицу? Попадет? Нет! Нет! 3! Не попало, не попало! Выпали правы, выпали правы! Теперь Мироська! Мирос, открой рот! 3! Раз, два. А-а-а! Снова глаза, снова глаза.
глазами, Рот. Веронка, это просто шоу. Ну что, давайте еще сделаем заход. Много сливок? Сейчас сделаем, а? Очень, очень много хочешь? Да. Не боишься? Нет. Это не тебе уже. Я уже сделала. А может, эти сливки тебе попадут? Может, у меня не сыграют? Нет, давай лучше поешь. Мам, это тебе. Что это за хитрец такой? Тихо-тихо-тихо. Так, чтобы из-за тебя неприятный смысл. Ой, спасибо за заботу. 5! Серьезно, 5? Ты подстроила? Нет, это я сама подстроила. Да? Сама. Злат, ой, ты думаешь, сейчас битые сливки мне попадут на лицо? Ты думаешь, да? Да, ты думаешь? Смотри! Так, пока мама отвлечена, кто-то тут подъедает. Мирося, а ты думаешь, мне сливки попадут сейчас на лицо? Да. А ты, Злат, думаешь, попадут? Да. Так, Мироська, не жульничай. Да. Вы, значит, думаете, что попадут. А зрители, а вы думаете, сбитые сливки мне попадут на лицо? Цифра 5 выпала. Давайте, пробуем. Раз. Я думаю, ему попадет на лицо. Откуда вы все знаете, Злат, Мирося? Только такой был замок. Мироська решила не мелочиться, ребят, сразу. Ты хочешь, Злат? Злат у нас сладкое не любит. Вы представляете, как человеку повезло, Злата сладкое не любит. Ребят, мы надеемся, что вам понравилось наше видео. Вот. Так что обязательно участвуйте в конкурсе. Просто подписывайтесь на канал Сестренки Шоу, пишите комментарии, что вам понравилось это видео. И случайным образом Мироська и Злата выберут победителя, мы отправим этот подарочек. Вот, так что увидимся очень скоро. И всем что? И мы не забываем обниматься за это, что у нее сегодня сливки в лицо попали. Спасибо. Мам, можно мы еще поиграем в сливки? Можно. Но мы уже будем продолжать играть, и вы тоже идите и поиграйте.